Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Совете Федерации подготовили окончательную версию законопроекта о введении системы штрафов для велосипедистов, а также пользователей электрических самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Так, за нахождение в состоянии опьянения их планируется наказывать штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей, за несоблюдение скоростного режима от 500 до 5000, в зависимости от того, насколько скорость была превышена. Кроме того, живая идея о том, чтобы обязать владельцев СИМ проходить регистрацию. Трасса 101. Марка Део вернется в Россию, однако на этот раз у нас будут продаваться только коммерческие грузовики Dexon с полной массой 10 либо 12 тонн. Начальный ценник почти 7 миллионов рублей. Машина приводится в движение 190-сильным двигателем объемом 3,8 литра, коробка 6-ступенчатая механика. В начальную комплектацию стандарт входит в том числе запуск двигателя с кнопки, система курсовой устойчивости, адаптивный круиз-контроль, светодиодные противотуманные фары, водительское сиденье оснащено пневмоподвеской. Трасса 101. Интернет-магазин «Озон» запустил продажи автомобилей «Черри». Пока услуга доступна только жителям Москвы и Московской области. Покупку они могут оплатить онлайн, а договор купли-продажи оформить при доставке машины. За гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер, заключивший соглашение с маркетплейсом. Самая дешевая модель «Черри» – кроссовер «Тигга 4 Pro» – стоит сейчас от 2 160 тысяч рублей. Трасса 101. Китайский кроссовер G-Tour X70 Plus будет стоить в России минимум 3 миллиона рублей. Продажи стартовали. Новинка оснащена мотором объемом 1,6 литра мощностью 190 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Передняя подвеска типа Макферсона, а задняя независимая многорычажная. Автомобиль представлен в 4 комплектациях. В базовой предусмотрены в частности система бесключевого доступа, вентиляция передних сидений, система кругового обзора. Максималка отличается наличием систем предотвращения фронтальных столкновений, аварийного торможения, парковочного ассистента и других опций. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».